Привет, пирожочки! А кто-то уже и взрослый пирог. Братики и сестрички, последнее видео в этом году. Хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать обязательно, обязательно здоровья. Потому что, как показал этот год, бабки ни хрена не решают. Ну, в игре-то, конечно, решают, тут базара ноль. Тут, если ты вольешься, у тебя будет ништяк. А в жизни нет. В жизни бабки ни хрена не решают, не спасают. В общем, всем здоровья, успехов. Пойдем в Новый год. Будем дальше пилить контент, обмениваться информацией. То есть всем спасибо, кто был, кто поддерживал, кто помогал, кто писал комментарии, кто писал плохие комментарии. Вам тоже спасибо, вы тоже большие молодцы. С вами тоже интересно же. Обратная связь всегда должна быть. Вместе коммуцируем, объединяемся, аккумулируем знания и помогаем друг другу. Ну все, люблю, целую, скучаю. Теперь увидимся только в новом 2021 году, который, надеюсь, принесет охренительные игры. Кстати, тебе для затравочки в описании оставлю ссылочку на Diablo Immortal Alpha Test. Там очень известный и мной уважаемый блогер зарубился, ему дали доступ. Посмотрите, оцените, напишите комментарий, проставьте лайкосики. Будет приятно, ну и информативно. Посмотрите, что за геймплей, что там делают китайцы, как там участвует Blizzard и все в этом роде. Все, всем спасибо. Обнял, приподнял, ну ты знаешь.